Друзья, всем привет! Вы на канале G Games и с вами Жека. Сегодня мы отправляемся на рейд и посмотрим, что будет за база. Ну а вам желаю приятного просмотра и поехали. Так, база у нас называется Мазарк. Вперед! Кстати, ребят, я наконец-то добил 8 слотов чоппера. 8! Так, начнем, наверное, с того, что я бы хотел, чтобы она была не каменная. Понимаю, что этому не бывает. И, скорее всего, она вся каменная. То есть я... Вот так. Каменная. Проблема в том, что у меня всего одна C4. Которые, собственно, я сейчас выложу и посмотрю, что будет. Так как я там увидел топор. Сейчас мы посмотрим. Где-то здесь у нас. Вот. Так это ящик был. Шикарно. То есть, грубо говоря, это ящик. Вопрос в том, куда взрывать. Вот это мне непонятно. Потому что на C4, ребят, либо это будет короткий рейд, который, блин, собственно, вы не увидите, если это будет говно рейд. Либо это будет хороший рейд, который, возможно, вы увидите. И, возможно, у нас будет все хорошо. Так, я, наверное, взорву. Я даже не знаю. Ну, давайте вот эту вот стенку. Да, взорвал я неплохо. Есть огнест. И все. И то есть на этом он заканчивается, да? Потому что. А, нет. Подожди, там где-то есть топор. Ну, сейчас я разберусь. Ну, как бы мы продолжим. Колев тут нет, поэтому в случае чего я оставлю зомби со следующей волны. Но это со следующей. То есть огнестрел я уже нашел. То есть я согласен с тем, что эту C4 можно было обменять на огнестрел. ВСС, Глок, МК и еще всякая фигня. И калаш. Хочу посмотреть, что здесь, хотя она плавилась. То есть, грубо говоря, здесь ничего, да? О, разрушитель, да? Где-то я видел дерево. Вот здесь где-то. Чё за фигня? А чё, почему? Он не рубит. Я не понимаю, что тут. То есть, блин, у меня персонаж, вот я тыкаю, да, ему пофиг. Угу. То ли сам ящик находится там. Ну, короче, больше C4 мне нету. И, собственно, я ничего не могу сделать, да? Вот. А, ну это печка, да? Блин, ну он не особо-то и не нужен. Я, конечно, могу... кормушка дала. Разломать все, что имеется. То есть, мало ли, что-то, допустим... Здесь и здесь ни хрена, да? Ломаем. То есть рейд, ну вот, поменять C4, допустим, на такое количество оружия. Конечно, я, честно говоря, не в восторге, потому что, блин, я понимаю, что здесь нужна вторая C4, которая у меня, конечно же, не имеется, да? Плюс вот, допустим, там может быть ящик. Да, и все. Ну, блин, ну, там что-то же есть. Там, он может быть даже этот ящик, допустим, вон за ней, грубо говоря. Вот, он может быть сразу сходу вот здесь вот. Видите, то есть нужна C4. Но у меня реально больше нету C4, поэтому это будет... Очень короткий рейд. ВСС. Глок. Калашемка.
Больше я ничего не взял, да, и все. Вокруг базы мы пробежались, и в принципе такой был рейд. То есть вы в курсе, да, если вам попадается такая база, желательно ломать вот здесь, к примеру, и здесь, и все. То есть сразу стеллаж Т4, ой, стеллаж с оружием сразу ваш. Поэтому можно не париться, да. Видите, я еще миску нахожу. Вот всякую ерунду. Ну, то есть, чего-то тут хорошего ожидать, но смысла нет. Сидеть на этой базе я тоже смысла не вижу. Ну, сейчас отправимся домой, посмотрим, что у нас были за задания. Ну, и, в принципе, на этом, наверное, все. А там, конечно, будем выполнять задания по ходу дела. Кстати, заломимся мы на вот эту вот фигню, да? То есть, я думаю, вы поняли, куда? На привал у дороги, да? Тут что-то подлагивает, да? То есть, можно потратить темпу. Забрать вот это все, что тут есть здесь. Ну, все без понт. Вот так, так. И мне уже складывать некуда. Ну, я сложу все топоры. То есть 8 ячеек, ребят. 8. Наконец-то я доделал. Что я могу взять? Могу взять вот это. Ну, отправимся туда. Я надеюсь, зомбаков тут не будет. Но я зря надеялся, потому что их будет ой как много. Лол. То есть, ну, эмка с глушителем у меня уйдет. И не только эмка. То есть, все, что я на рейде заработал, ну, не все, конечно. Я дурачу блок. Ну, блин, что я сделал? Да? Вот так вот. То есть... И я трачу вот этот вот блок. Да, меня накаляет то, что вот этот вот привал постоянно зомби. Вот, ну... А чё, нельзя сделать, чтобы он был не только зомби? Ну, как бы он есть не только зомби. Ну, блин, зачастую это чисто зомби. Зачастую. То есть ты убиваешь эту зомби, естественно, я... Возьму канистру, возьму ящик, еще эмка, боже ты мой, боже. Зато прикольно, да, то есть я чик уже подедовался. По идее должны еще прийти зомби, почему-то я их еще не наблюдаю. Что странно, весьма странно, я бы сказал даже так, то есть мы четку кинем, что у них есть, вот это все, да. Тут тоже должно быть, по идее, оружие, хотел сказать. Но это не совсем оружие, но, блин, все равно лучше, чем ничего, да? То есть, я какие-никакие вещи забираю. То есть, мы заправились. Отлично, да? Теперь я забираю то, что я хочу забрать. Это разрушитель и вот это. В принципе, все, отправляемся домой. Так, так как я дома, давайте для начала разберемся с оружием, потому что, блин, давайте его совершенствованку нельзя, ну, то есть у меня нету на нее никаких таких вот приколюх, то есть я могу улучшить вот это, могу улучшить это, да, все, как бы мачетку я еще могу улучшить, вот, все, да, то есть семки я никакие не могу. Теперь что? Выкладываем это все, да? И с глушителем тоже, в том числе. Потому что она, ну, пойдет на рейде, как бы. Я сейчас еще сделаю вот так вот. То есть себе я возьму, наверное, вот эту эмку. Так как она у меня была, грубо говоря, да. Теперь что я делаю? Теперь я делаю вот так. И пока что все. Далее. Я сейчас все выложу. Вы посмотрите, как я это все делаю. В принципе, все. Что на этом? Ну, как на этом?
Я вложу бензинчик. Херинчик, да? То есть, блин, вопрос в том, то, что мне некуда, наверное, шмот выкладывать. Ладно, со шмотом потом разберемся, да? Сейчас мне надо вот так вот сделать. Оп. Оп. Да, то есть готово. Чик, мы укладываем вот это и укладываем это. А я беру, конечно же, взамен вот еда, вода. Питье, фигня. Кормлю своих упсин, пускай растут. Потому что их тут дохренища. О, как интересно. А тут я, значит, обделил сам себя. Ладно, потом достроим. Ну, то есть пока что я сделаю это вот так вот. Грубо. О, кстати, у меня есть полежка, да? Сюда я вот поставлю дверь. Все отлично. Теперь идем к нашим ридерам. 11 минут. Ё-мо, как быстро рейд прошел, да? Мы их по новой вызываем. Визиваем, да, рейдеров. Где-то они дальше, вот они были. Все, я их вызвал. Теперь идем, ждем их, смотрим, что будет за задание, собственно. Кстати, мне вот интересно, голова ведьмы у меня где-то была, нет? Или мне просто не давалась ее еще голова? Вот есть то. Да? Но головы ведьмы почему-то я не наблюдаю. То есть, скорее всего, у меня ее еще не было. Хотя ведьму я уже убил, ну, приличное количество раз. Итак, смотрим, что за задание. Рот топтал ведьму. Короче, убить ведьму. На ферме сундук открыть. Полковник. Кошмар, свой, давайте берем сосновых тряпок. Ясно. 5 топоров опять. И 5 коробок. Ну, я не скажу, что сложные. Но как бы неприятные, скажем так, да. Ну, собственно, рейд был вот такой вот. То есть ничего такого серьезного я как бы не подчеркнул. Наверное, она мне нахрен не нужна. Но таков был рейд. Вы были на канале JGames. С вами был Джека. Подписывайтесь на канал. Оставляйте пальчики вверх. Оставляйте свои комментарии. И, ребят, до скорой встречи. Всем пока-пока.